Азербайджан очень древняя страна, имеет свою очень богатую культуру и искусство свое. Сегодня мы находимся в музее ковров, который называется «Узоры страны огней». Она функционирует больше 2 лет при Азербайджанском культурном центре имени Гейдара Алиева. Азербайджанские ковры, они очень много экспортировались в зарубежные страны. И даже и в современное время, в данное время, можно встретить их в разных музеях по всему миру. Они очень ценны и говорят это все о душевном богатстве азербайджанского народа, о его мастерах, которые, умельцах, которые производили такие ценные, красивые, неповторяемые узорами ковры.